В экспозиции музея «Дорога жизни» появится портрет капитана Ивана Ерофеева. Напомню, 11 сентября 1941 года буксирный пароход «Орел» привез в осажденный Ленинград две первые баржи с мукой и зерном. В ночь на 17 сентября очередной рейс обернулся трагедией, вошедшей в историю как «Ладожский Титаник». В ту осеннюю ночь погибли около 1500 человек. Трагедия парохода «Орел» стала самой крупной по количеству человеческих жертв за всю историю перевозок по Ладоге. Игорь Ерофеев спас более 200 пассажиров, за что был награжден орденом Красной Звезды. Картину для музея в преддверии 80-й годовщины начала блокады Ленинграда написал художник Сергей Макаров. Он трудился над портретом несколько месяцев, изучал архивы и исторические свидетельства. В целом концепция заключена в том, что мы показываем не трагедию, как вот взрывы там что-то и такой патриотичный плакат какой-то, а именно переживание. То есть, чтобы каждый, глядя на этот портрет, немножко подумал о том, а как бы он себя повел в этих экстремальных. Не как вот в блокбастере, там что-то такое, там мир крушится, там инопланетяне высадились. Это пришли другие люди, которые почему-то решили, что они лучше. И вот против этого, то есть вот он стоит, и он видит эту Ладогу, и он понимает, что это трагедия. Но идти надо. Картина выполнена маслом на льняном холсте. Предполагается, что ее можно будет увидеть в основной экспозиции музея. Здесь регулярно проводят патриотические экскурсии для школьников. Ближайшая пройдет 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда.